Смотрите новую кинокомедию «Мимино», получившую гран-при на 10-м Московском международном кинофестивале. Прощай, Сария. Постановка известного режиссера Георгия Данелия. В фильме снимались Буба Кикабидзе, Елена Проклова, Фрунзик Макарчан, Евгений Леонов. Узнал бы. Если вы хотите пройти по следам симпатичного грузинского парня, обладающего жизнерадостным юмором, поющего веселые песни и, конечно, традиционным грузинским кеппи, о, Хачикян! Йо, Хачикян! А его аферистом называют! Увидеть его забавные и поучительные приключения, пережить зажигательную силу любви, смотрите новую кинокомедию «Мимино». Производство киностудии «Мосфильм СССР».